Художественными руководителями театра классического балета являются балетмейстеры Наталья Касаткина и Владимир Василев. Их творческий и супружеский союз длится уже более 40 лет. За это время они поставили несколько десятков спектаклей на произведения Хачатуряна, Штрауса, Верди, Стравинского, Чайковского и других композиторов. В основе спектаклей лежит классический танец, техника которого позволяет развивать всевозможные направления. Отсюда и девиз театра – все жанры, кроме скучного. В Сочи театр приезжает уже в третий раз, но впервые гастролирует в рамках Международного инвестиционного форума. Сегодня на сцене Зимнего прошел спектакль «Спартак», а завтра артисты Академического театра представят постановку для маленьких зрителей «Маугли», музыка которой была написана 14-летним английским композитором и дирижером Алексом Прайер Бромлей. Это мой троюрный племянник. Он прямой наследник Станиславского Константина Сергеевича. И это не первая его работа. Он к этому времени, к 14 лет, годам, он уже много написал музыки. Спектакли классического балета отличаются от постановок других театров. Во-первых, музыкальной драматургии, которая используется в большем объеме, нежели у других балетмейстеров. Во-вторых, постановки максимально приближены к историческим фактам и сюжетам произведений. Кстати, сейчас Наталья Касаткина и Владимир Василев работают над созданием нового спектакля. Премьера сказки о Лебедином озере и гадком утенке на музыку Эдварда Грига пройдет в марте в Москве. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.